Ну, пока тяжело выпрямиться, пусть ровно. Ой, молодец. Ай, умница. Я увидел, как вся семья больная, там четверо братья, сестра. Но меня особо потрясло, как она по двору шла, и на руках обувь была, и на ногах, на четвереньках. И это меня потрясло, то есть я почувствовал, что я должен помочь. Я изменил углы в берцовых костях, чтобы колени могли выключаться. Кроме того, у нее были выраженные вальгусные деформации стоп. И мы сделали артриорез такой, с пересадкой участка в малоберцовой кости на пяточную кость между тараном и пяткой. И выровняли стопы. Она уже не будет на четвереньках ходить, это уже большое дело. То есть она без какой-то помощи сможет ходить? Думаю, что да, да. Сейчас интенсивно с ней работают по реабилитации, лечебная физкультура. Она с энтузиазмом воспринимает лечение. Недели две она полежит в клинике, затем снимем квартиру и будет жить там до снятия аппаратов Елизарова.